Жалко, что бюджет города стал меньше. Вот это вот, понимаете, необычно как-то. Потому что основной реципиент, уж если там будем, ну, три, наверное, города, которые фактически формируют и вносят основной вклад в областной бюджет. И поэтому город, который на сегодня проводит самые, ну, крупнейшие такие международные мероприятия, встречи проходят, это спортивный город, это культурный город, это промышленный город и так далее. Ну, вот я поняла, что после Москвы это самый город, у которого вот такое количество высотных зданий. Вот этого я, например, не знала. Для меня это было очень интересно. Поэтому я люблю этот город. И мне не хотелось, чтобы, ну, как бы обижали вот город Екатеринбург. Это столица. Это столица, она не только Урала. Я говорю, это третья, пусть столица России, как мы называем. Но она столица. Вот. И, конечно, бюджет областной, он, ну, не должен, извиняюсь, делать так, чтобы уменьшался бюджет именно города Екатеринбурга, где предстоят и выборы, этот самый в 2018 году, и чемпионат мира по футболу. Вот. А к чемпионату мира нужно, извиняюсь, вот есть проект «Урал», «Эрмитаж Урала». Поэтому понятно, что надо всех выстроить для того, чтобы, ну, запустить к 2018 году. Люди приедут из разных стран, ну, пускай они посмотрят этот, они не попадут в Петербург, но они пусть увидят этот Эрмитаж у нас здесь, исторический, в этом здании на Вайнера 11, который сохранили в годы войны, ну, можно сказать, миллион там картин и так далее.